Я ухожу. Мои летние каникулы наполнены весельем и странностями. И вот-вот они подойдут к концу. Новая обязанность девушки-волшебницы. Я очень беспокоюсь о переводе в новый класс. Мое проклятие точно всех отпугнет. У меня идея. Может, обнимешь свою куклу? Я могу взять помпоны и болеть за тебя. Микан-кукла, я думаю, что я так напугаю их еще больше. Микан, все будет нормально. Тебе все будут рады. Я так счастлива и взволнована тем, что ты будешь учиться вместе со мной. Это трогательно, но так ты активируешь мое проклятие. Я уже и забыла, что твои эмоции похожи на проклятие. Ты в порядке, Шамико? Хватит! Я Микан Хинацуки, и я волшебница. Приятно познакомиться. Мисс Хинацуки попала в аварию, когда была маленькой, и теперь она в определенном состоянии. Всяческий раз, когда она волнуется, защитная магическая сила внутри нее непроизвольно активируется и вызывает небольшое бедствие для тех, кто рядом с ней. Триггерами ее проклятия являются учащенное сердцебиение и любые травмы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы держать проклятие под контролем. Все шутники в классе, которые могут попытаться удивить ее, вы предупреждены. Никаких сюрпризов. И даже хлопушки для вечеринок нельзя. Не надо, Андрей, просто убери это. Ладно, класс. У кого-нибудь есть вопросы к госпоже Хинацуки? Я буду только рада обо всем рассказать. Так что спрашивайте. Ты любишь жареные яйца с солью или соевым соусом? А вы едите жареную пищу по утрам? С чего начать мытье тела в ванне? Не ожидала вопросов без фантазии. Так. Честно говоря, ничего страшного, если не захотите узнать о моем проклятии. Но думаю, что лучше быть осведомленным. Так и работает твоя странная ленточка на голове. Это что-то выросшее из моего эфирного тела. Я могу ее перемещать куда хочу. Давайте перестанем задавать такие вопросы, да? Шамико! Как думаете, я представилась нормально? Это было лучшее, что я когда-либо видела. Цитрусовый веер? Хватит играться с жезлом. Показываю поддержку. Значит, ты переехала сюда, чтобы защищать Шамико? Ты трудолюбива. Да. Можем обменяться своими контактами. Конечно. И зови меня Анри. Этот ваш обмен информацией выглядит забавно. Тоже хочу телефон. Я тоже думаю, что было бы неплохо, если бы ты купила телефон. Но они ведь дорогие, да. А я могу модифицировать мисс Лилит. Бесплатно и без телефона. Стой, Огура, это желтая карточка. Хочешь вступить в клуб? Рекомендую теннисный. Давай поиграем в теннис. Я ценю это, но... Поскольку мы, волшебницы, обладаем улучшенными физическими способностями, было бы нечестно с вами состязаться. А, да, знаю, Момотиё довольно сильна. Но по правде, ты бы не хотела посмотреть на теннисную битву девочек-волшебниц? Свежий персик! Мяч, разрывающий пространство! Я очень хочу это увидеть! Момо, идем наружу! Нет. Мяч попросту разорвет в клочья. Ну давай же, будь как мы! Это напомнило мне, что скоро школьный день спорта. На самом деле я член комитета Дня спорта. Мы разделим студсовет на красные и белые команды. Интересно, а как быстро вы пробежите 50 метров? Примерно за 6 секунд. 3. Демон сделает за 11 секунд. Чё, серьезно? Для меня солнечный
солнечный свет слишком яркий, я ненавижу его. Мне кажется, что волшебницы вне конкуренции. Блин, облом. Жаль, что ты не можешь повеселиться после перевода в нашу школу. Так, почему бы просто не разработать эликсир, который временно истощает силы волшебниц? Звучит классно. Огура, это вторая, и ты удалена с поля. Извините, шучу. Настоящая причина, по которой я здесь, это стабилизирующее зелье. Как насчет этого? Стабилизатор темной стороны? Вот что я сделала, используя тот камешек, который вы нашли. Спасибо Шамику за то, что любезно предоставила замечательный ингредиент. Не помню, чтобы я что-то давала. Это остановит избыточный разряд твоей магической силы при переходе на темную сторону. Обязательно пей его. Спасибо большое. Никогда я не мечтала, что драгоценный камень вернется ко мне еще лучше. Погоди, выпить это? Но здесь так много. Что помимо камня ты туда положила? Когда будешь пить, убедись, что не хрустит. Ответь на мой вопрос. Запланированные на сегодня заседания школьного комитета начнутся по расписанию. Мне пора, пока. Покеда! В чем дело? В нашей школе каждый должен быть членом хотя бы одного из комитетов. О, у нас тоже такое правило было. Эй, учитель! Микан еще не выбрала комитет. Куда хотите присоединиться, госпожа Хинацуки? Вы вольны выбирать. Будем рады в комитете по полировке моделей. А мы в комитете по выращиванию малобарского шпината. А может, в комитет по созданию руководств по выживанию среди зомби? В этой школе нет нормальных комитетов. Наша школа позволяет ученикам создавать свои собственные комитеты на основе того, чем они хотят заниматься. Поэтому у нас так много необычных. Слишком неограничено. Я в комитете по здравоохранению. Было бы лучше, если бы там со мной кто-то еще был. Ну... Я боюсь, что мое проклятие может стать проблемой для пострадавших учеников. А если я создам комитет по развитию цитрусовых? Микан, они довольно вкусные. Очень-очень. И сколько же расти этому фрукту? 4 года от рассады. К тому моменту вы уже закончите обучение, так что заявка отклонена. Какой же позор. Я не знаю, что мне делать. По правде, я член комитета Дня спорта. Извини, ты не против, если я присоединюсь к тебе, Сата? Что? Ты уверена? У нас сейчас много работы. Я пригласила тебя не из-за того, насколько это сложно. Все в порядке. Я люблю такие мероприятия. Тем более, ты сказала, что я не могу принять непосредственное участие вне спорта. Даже если не буду на соревнованиях, думаю, что смогу подружиться со всеми, помогая из-за кулис. А так как день спорта приближается, я уверена, что смогу чем-нибудь помочь. Поэтому можно к вам? Мы будем рады видеть тебя. Замечательно. Я бы хотела обсудить информацию с лидерами групп. Заметана. Молодец, Микан. Добро пожаловать. Спасибо. Теперь тебе не сбежать. Мы собираемся по полной использовать твою силу, девочки-волшебницы. Похоже, я откусила больше, чем могу проживать. Закончили встречу. Вы ждали нас? Да, моя встреча закончилась рано. Я бы хотела быть рядом, чтобы, если что, помочь тебе. Я ценю это. Но Андрей все это время приглядывала за мной. Спасибо, Андрей. Напоминает о нашей первой встрече. Она и мне тогда помогла. Мое тело было очень слабым, пока у меня не выросли рога. Поэтому, когда я пришла в школу, то потеряла сознание после кораблекрушения. Какое кораблекрушение в школе? Да, навевает воспоминания. Эй, ты в порядке? Ты заболела? Ты же новенькая первогодка? Да, я заблудилась. И у меня сильно болит горло. Заблудиться в школе – такая крутая история. Хочешь пойти в кабинет медсестры? Я хочу побыть на церемонии поступления. Думаю, будет лучше, если я присяду. Тогда позволь провести тебя в аудиторию. Такси к вашим услугам, юная леди. Спасибо. В такие моменты нужно искать учителя. Простите, пожалуйста. Думала, Анри какая-то чудачка. Ты стала намного здоровее по сравнению с тем временем, Шамико. И твои навыки остроумия стали первоклассными. Хочу, чтобы хвалили за то, что я сильная, а не за то, что шутница. Странно. Мои каникулы были наполнены впечатлениями. А теперь они подошли к концу. Но школьная жизнь не менее веселая. Надеюсь, смогу понемногу идти вперед. Кстати, а в каком кабинете состоит Момо? О, вы домой? Мама, что ты делаешь? Обязанности комитета. А где это ты? Комитет в окружении кошек. Как это работает? Ни один комитет мне не нравился, поэтому я создала свой. Не думаю, что школа считает это важной работой. Это неправда. Это очень важная и нужная работа. Посмотри мне в глаза и объясни это. Ну, проверяю здоровье каждой
кошки в округе, которая живет в окрестностях школы. Я косвенно могу проверить обстановку в городе. Ты лжешь сама себе. Так, а ну-ка расслабься. Мамутьё, ты с завтрашнего дня в комитете дня спорта. Не надо. Нет, лучше прямо с сегодняшнего. Заметано. Не сдавайся, Мама, в следующий раз придумай причину, в которой не так много дыр. Да, в большой беде. Это нехорошо. Совсем нехорошо. О, нет. В чем у вас проблемы? О, нет. День спорта почти наступил, но мы и близко не закончили подготовку. Почему в нашей школе день спорта сразу после окончания летних каникул? Во время каникул почти и не встретишься, потому что все чем-то заняты. Я не ожидала, что они будут такими насыщенными в старшей школе. Не сказала бы. Не могу избавиться от этого истощения с тех пор, как победила 30 тысяч предков. 30 тысяч чего? Нам придется оставаться допоздна каждый день, чтобы закончить работу. То, что ты и Мамутьё присоединились к нам, очень помогло. И не говори. На самом деле, я получаю массу удовольствия от общения с вами. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Я хочу домой. Хочу сделать бур-бур в живот моей кошки. Звучит, как мне тоже весело. Я говорю сентябрь, вы говорите. Дождь? Дождь? Горячо, горячо. Сладкая картошка. Точно. Сладкий картофель очень вкусный. Будет помогать вкусный. С подготовкой ко дню спорта. Вы правы. Значит, она и Микан вернутся сегодня домой поздно. Теперь есть хочу. То же самое. Анри, я тоже собираюсь помочь без какой-либо причины. Эта девушка-демон составит вам компанию. Что на тебя нашло? Но спасибо. Мы все являемся частью комитета Дня спорта. Мы тоже первокурсники. Рады встрече. Я надеюсь, подружимся. Да, и вам того же. У нас есть задачи, которые не закончены. Некоторые делают реквизиты и настраивают оборудование. Надо запустить симуляцию ивента. Предстоит много работы. Прыг, прыг, прыг. Дай мне знать, когда будешь на нужной высоте. Сделаем 135 сантиметров для соревнований по поеданию хлеба. Я бы с удовольствием откусила от него. Думаю, нужно проверить на ком-то еще. Микан, может, поменяешься со мной и сделаешь это вместо меня? А то все мероприятия будут слишком простыми. Конечно, смогу подменить. Большое спасибо. А что я могу еще сделать? Мы говорили, что нам нужна помощь в шитье. Я сделаю это в один миг. Иди помоги с чем-нибудь другим. Божественные навыки шитья! Набила руку, пока делала кукол для мисс Лилит. Команда. Мне это очень нравится. Совсем нет. Я хочу, чтобы это закончилось. Но ведь вышивка тут слишком сложная. Один, два, три, четыре. Микан выглядит так, будто ей весело. Микан такая классная. Да, она такая стильная и бежит так грациозно. Кое-кто становится популярным. Она очень заботливая и обаятельная, вот поэтому и популярна. Но несмотря на это, ты в команде Момо, верно? Что это значит? Я не в чьей-то команде. Просто думаю, что у Момо есть неповторимое очарование. Как дела, Микан? Все хорошо? Да. Почему ты такая красная, Шамико? Да ничего. Рада, что нашла чем заняться в школе. Я, должно быть, вписываюсь. Приятно слышать. Слушай, тебе не нужно обо мне беспокоиться так сильно. В этом городе легко жить. В нем много странных и легкомысленных людей, но все они отзывчивые. В одиночестве тоже свои плюсы, но я не одна. Давай внесу ясность. У меня было много причин перевестись сюда. Кроме того, я защищала тебя. И пришла, потому что хотела. Так что, пожалуйста, перестань волноваться, ладно? А, да. Ребята, помогите мне кто-нибудь. Наносим последние штрихи на знак. Да! Удивительно! Его повесят во дворе школы, так что он должен быть большим. Мы так долго выбирали идею, что совершенно отстали от графика. Мы сделали что-то крутое. Мы вкладываем любовь в каждый шаг процесса. Звучит как оправдание. Вау, Тиода, ты так хорошо рисуешь. Научилась, пока делала магические круги. Я рада, что Момо так веселится. 1xb. Теперь пусть высохнет. Могу я одолжить эту краску? Хорошо, встаем потихоньку. Итак, Микан, каково это кататься сверху? Не думаю, что эта конструкция стабильна. Для мероприятия будет безопаснее, если студенты будут одного роста. Вы можете двигаться? Возможно. Ты в порядке, Микан? Стой, не приближайся. Когда она без сознания, то проклятие становится опаснее. Берегись!
Думаю, теперь все в порядке. Ты в порядке, Микан? Да. Ой, знак. Простите. Микан, не извиняйся. Это моя вина. Я не должна была двигать краску. И я виновата в том, что не удержала. Твоя голова в порядке? Охлади ушиб бутылкой с холодной водой. Мне ее тяжело было найти. Надеюсь, с тобой все в порядке. Прости нас. Всем хорошей работы. Мы должны все закончить вовремя. Надо поскорее это сделать, а то уже потемнело. Увидимся завтра, Микан. Хорошо? Да. Черт, я ничего не смогла сделать. Но если бы это было возможно, сделаем все нормально. Вот, табличка как новая. Не обещаю, но нужно постараться. Думаю, мне все еще не хватает сил в реальном мире. Я пойду одна. Микан, подожди! Ничто из того, что произошло, не было твоей ошибкой. На самом деле, они говорили о тебе только то, что ты классная. Знаешь, люди в этом городе очень добрые. Да и Момо — это люди, которых я люблю. А сегодня мне стали нравиться все, кого я встречала в школе. Давай завтра постараемся. Но люди, которые сближаются со мной, страдают больше всего. Сегодня никто не пострадал, благодаря тому, что там была Момо. Микан, послушай. Держитесь от меня на расстоянии. Я не знаю, какой хаос произведет мое проклятие. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за меня. Эта сила... Изначально она должна была меня защищать только от злодеев. И поначалу мне удалось взять эту силу под контроль. Но мой отец неправильно сделал ритуал призыва, и все пошло наперекосяк. Я пыталась смягчить действия, но когда теряла бдительность, все возвращалось. Микан, поговорим, когда ты успокоишься. Да, хорошая идея. Мне нужно побыть одной. Хорошо, спокойной ночи. Это нормально. Это был экстренный случай, да? В свою очередь, надеюсь, ты спасешь меня, когда я попаду в беду. На самом деле не имеет значения, слабая, глупая или лишенная интуиции. В этом городе есть то, что могу сделать только я. Момо! Шамико, я как раз собиралась зайти к тебе. Значит, мы будем на одной волне. Ты мой заклятый враг. Микан! Прости. Что за черт? Ты же знаешь, что нельзя врываться без стука. Забудь про комнату. Мы собираемся заняться твоим сердцем. Я поговорю с твоим дьяволом, который живет внутри тебя. И мой вассал идет со мной. Ага. Что? Мы пройдем сквозь твои сны, чтобы пройти в твое сердце. Ага. Но почему? Ты говорила, что однажды ты могла поговорить с существом внутри тебя. Может, я смогу его убедить перестать создавать проблемы? Думаю, хватит пирожных и коробки моющего средства. Как ты его убедишь все это купить? Это может сработать. Почему Момо идет с тобой? Если план Шамика провалится, я уговорю их силой. Ну уж нет. Момо будет только моим телохранителем. Телохранитель? Насколько рискованно то, что вы собираетесь делать? Довольно сильно. Мы можем получить доступ к твоему сердцу с твоим благословением. Но с точки зрения дьявола внутри тебя, мы захватчики, и неизвестно, как все пройдет. Тогда не вижу причин делать это. Я прекрасно живу со своим проклятием уже много лет. Неприемлемо! Одна из моих обязанностей — следить за тем, чтобы все было хорошо. Хочу, чтобы у моей теневой организации было много последователей. Я предложу уникальные преимущества. Ты говоришь прямо как капиталист. Шамика сказала, что хочет спасти тебя. И я чувствую то же самое. Это может быть немного опасно, но будь уверена, что мы вернемся. Тогда все в порядке. Обещайте, что будете аккуратны. Давайте приступим к делу. Момо, пришло время для черного зелья. Ладно. Давай. Ну что, как на вкус? Вкусно? Хорошо идет? На вкус, как вываренный мусор и грязь. Я не могу. О боже, вы из крайности в крайность. Нам понадобится больше информации. Что ты знаешь о существе, которое поселилось внутри тебя? Наша семья называла его именем Угалу. Это один из зверей Месопотамии. Ходили легенды, что если вырезать его лицо на крыльце, то он защитит ваш дом от зла. Но я сомневаюсь, что это он. Потому что если это правда Угалу из мифов, то он должен быть силен.
Уверена, твой отец использовал фамильяра-телохранителя и прикрепил его к сосуду, похожему на угалу. Что-то вроде черного лакричного монстра. Что за черный лакричный монстр? Однажды меня преследовали. Честно говоря, фамильяры могут выполнять только простые задачи, и у них нет ничего особенного. Эй, эй! Проблема с Угалу заключалась в том, что он использовал мою магию, и из-за этого стал очень сильным. И мы потеряли над ним контроль. И я бы хотела бы разрешить эту проблему сама. Трудно сказать, какие закуски ему могут понравиться, основываясь только на названии. Может, мясоед? В любом случае, мы попробуем. Официально пришло время бутона, мои друзья. Ложимся в постель. Ты уверена, что нужно расстилать футон? Ощущение, что Юка в последнее время стала сама собой. Я буду усердно работать, чтобы быть советником. Юка, ты голодна? Вай, вставай. Вставай, Шамико. А? Похоже, мы без проблем проникли в сердце Микан. Трудно понять окружение. Шамико, оставайся рядом со мной. Где ты взяла этот меч? Это очень круто! Почему ты так оживлена по этому поводу? Потому что это мой демонический посох. Осторожно, лезвие острое. Все, отстань. Мне жаль, я увлеклась. Не сдавайся, Шамико, сражайся так, как могут только суккубы. Я слишком увлеклась. ほっとした自分が憎い。本当を羽交い締めしてる。